Привет! В этом видео я покажу вам, как сделать сердце из волос очень просто и быстро. Соберите верхнюю часть волос в хвост. Хорошенько прочешите волосы. Зафиксируйте на хвостике тоненькую резиночку для волос. Поделите затем зафиксированную часть на две половинки и выверните хвостик. Поднимаем все вверх. Делим кончики волос на две половинки и при помощи вот такой петельки для волос продеваем их через волосы. Фиксируем петельку у основания хвоста, продеваем в петельку прядь и вытягиваем ее снизу. То же самое проделываем и с другой прядью. Теперь придадим немного объема прическе. С помощью указательных пальцев одновременно вытягиваем волос с обеих сторон. Теперь вытягиваем осторожно волосы сверху. Вот и все, прическа готова. Данная прическа послужит идеальной прической на каждый день, а также для каких-либо торжественных случаев в вашей жизни. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорой встречи на моем канале. Пока!